Переехав в четырехкомнатную квартиру, семья Лазаревых получила пугающе большой счет за коммунальные услуги. Но на подмогу пришел домовенок Жека, и дом начал преображаться. Помоги Лазаревым и Жеке наладить погоду в доме. Установи приборы учета, замени старое оборудование, используй современные технологии, учись экономить коммунальные ресурсы. Сыграй в игру Жека! Увлекательные задания, занимательные викторины, новые знания. Жека! Новая игра по энергосбережению. Уже на всех компьютерах страны.